так же анекдоты. И нас, и нас. Так же анекдоты. Всех, чтобы заснял. Вот так. Шурик, я тебя прошу. Чего это? Нельзя было делать. Вот так вот анекдоты. Да ладно, Филипп не прячется. Прячется Филипповна. А я в кадр никогда не попадаю. Ты сейчас попадешь. Когда мы даже не служили. Когда хотела, не попадала. Давайте, за нас. Не хочу. Так, ребята, давайте. Филипп, она где? Где? А наливай. О, вот так вот лучше. Наливай. Я не понял. Я не понял, Филипп, она. Мы что, не в нашем коллективе? А Шурику налили лимонаду? Мне налейте лимонада. А нету. Ваш каприз за ваши деньги. Мы сидим. Нас не падало. Хочешь лимонад? Ваш каприз за ваши деньги. Ходи. Какой лимонад ты предпочитаешь? Слышишь, Шурик, у нас сегодня мужики мясо жарили. Посуду мыли. Перетерли всю посуду так, что она новая. Ужас, ужас, ужас. Как у кого? Девчонки. Ура. А кому я налью лишнее? А ну-ка быстренько. Ваня, стукнися. Валентина Степановна. Чок. Молодец, сынок. Чок. Домашні соуси від Верес. Азіатський гострий. Спробуй замість кетчупу. Що, Сьома? Захотів додому. Стрижений. Ой, стрижений. І естественний. Я не хочу ні з ким знакомитися. І он делает коктейлі. Ідем, я познакомлю тебе щас. Что ты говоришь? Да, хватит жопу снимать. Ну а кто тебе виноват, что ты ее показываешь всем? Я что ли ее показывал? Я думала, что мне так заберется. Ну понятное дело.